Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Всім слухачам і глядачам Суспільного наші вітання. Вітаємо, друзі. Продовжуємо день разом із вами. Олександр Пашненко, Юлія Коробець і телерадіопроєкт «Між нами». У Запоріжжі народила 15-річна дівчинка. У Мелітополі 14-річну породіллю доставили до пологового будинку. На Запоріжжі четверо підлітків зґвалтували 70-річну жінку. Це далеко не всі заголовки електронних ЗМІ нашої області за цей рік. Чи поліпшиться ситуація, якщо запоріжці говоритимуть зі своїми дітьми на тему сексуального виховання? Коли та хто має давати відповіді на незручні, так би мовити, питання? Про це та інше сьогодні упродовж наступних 25 хвилин. Тож долучайтесь, ютуб-канал «Суспільне Запоріжжя», наш офіційний сайт zp.suspilne.media. Говорити будемо і з дитячою психологиною, і психіатром Наталією Лапою. Добрий день. Добрий день. Пані Наталю, то чи дійсно, чи поліпшиться ситуація, якщо батьки почнуть говорити зі своїми дітьми на тему сексуального виховання? Ну, да, действительно, ситуация могла бы улучшиться, если бы в обществе больше было принято, в принципе, поднимать такие темы, общаться с детьми на такие темы. Это касается не только ситуации родителей и детей, но, безусловно, еще и системы образования. Да? Потому что очень часто родители предпринимают судорожные попытки поговорить с детьми о сексуальном воспитании, в общем-то, когда уже поздно, и они сами много чего знают, но знания, которыми они обладают, очень часто не соответствуют действительности, спасибо интернету, да, они являются такими достаточно фантастичными, недостоверными. В общем-то, это такая достаточно серьезная социальная проблема, когда ребенок очень рано получает знания о том, что такое секс, совершенно не будучи к этому готов психологически, физиологически, совершенно никогда. Еще 10-15 лет представить себе, что дети 8-10-11 лет будут смотреть порнографию, это было что-то немыслимое. Да? Сейчас же у практически любого ребенка такого возраста есть смартфон, можно все посмотреть, можно что-то там для себя понять и, как правило, сделать ложные выводы. И, к сожалению, вот такой доступ к информации не формирует грамотность. То есть если раньше, там, 40-30 лет назад, там, в эпоху до интернета, да, был дефицит информации, то сейчас, к сожалению, дефицит информации не делает ребенка, подростка сексуально грамотным. То, о чем вы говорили, ранние беременности, они, к сожалению, не исчезли. Да? Не исчезают многие другие вещи, то есть не только там ранние беременности, но то, что подростки, они заболевают инфекциями, передающимися половым путем. Да? Нет, никуда не девается тема насилия. То есть на самом деле к этой теме, на мой взгляд, еще наше общество не очень готово. Да? А вот в тех странах, где программы воспитания не являются культурой как личностной, да, то есть это отношения родителей и дети, да, так и социальное, то есть это образование. Да? Там очень-очень низкие уровни, например, подростковых абортов, там практически стремящиеся к нулю. Пані Наталю, ви зазначили, що інтернет завжди у дітей в прямому доступі. По телебаченню теж багато чого показують. Зараз діти знаходяться на карантині, батьки встають рано на роботу, не завжди вдається відстежити. Чи потрібно блокувати певні сайти, чи потрібно завжди контролювати, жорстко контролювати, якось карати за те, що побачила дитина? Чи все-таки краще пояснювати? Я точно противник наказания, потому что наказание не решает никакую проблему, оно скорее делает запретный плод еще более сладким. Да? То есть если мне что-то запрещают, то, скорее всего, это что-то там такое интересное. А вот то, что разговаривать нужно, это безусловно. И разговаривать нужно начинать достаточно рано, просто для всякого возраста есть своя тема. Да? Об отношениях, о телесности. Но можно уже начинать говорить с трехлетним ребенком не о сексе, безусловно, не о сексе, да? Но о том, что такое твое тело, чем твое тело, если ты мальчик или ты девочка, отличаешься от тела там, противоположного пола. Да? Как общаться с людьми, что такое хорошо, что такое плохо. Это то, что должно закладываться с самого раннего возраста в семье. Мало того, самый эффективный способ обучения детей чему-либо, это называется личным примером. Да? У нас, к сожалению, культура такая, что ругаться очень многие родители при детях не стесняются. Да? А проявить какую-то нежность друг к другу, обнять, поцеловать, это вроде бы то, что не надо, не при детях же.
да, и вот да, такие вот прям карикатурки, да, скандалы, которые наблюдают дети, и потом вот это вот, ну, не при детях. Якщо дитина починає говорити, а звідки беруться діти, в якому віці потрібно вже говорити, як то потрібно? Ну, если ребенок, як реагувати, да, на це? Спокойно і з радостю, то есть у ребенка естественная любознательность, да, то есть ребенок растет, и с возрастом у него появляется все больше и больше вопросов, да, и такой интенсивный вопрос, почему это в 3 года, да, но там все очень просто, а что это, а почему, да, то у детей в 5-6 лет они способны генерировать достаточно сложные вопросы, их в том числе может волновать вопрос смерти уже, да, вот они сталкиваются с чем-то таким, что вот, ну, понимают, что мир, ну, гораздо сложнее, чем им представлялось в возрасте, там, 3-4 лет. И как только ребенок начинает задавать вопросы, да, стоит об этом начинать говорить. Безусловно, ну, бывает не просто перейти на язык детский, да, и поговорить с ребенком так, чтобы не напугать, не травмировать, не перенасытить информацию. С другой стороны, опять-таки, здесь позитивная роль интернета, интернет в помощь. Родители могут, ну, почитать какие-то, найти книги в интернете. Есть в книжных магазинах книги специальные для детей, рассчитанные на разный возраст. Да? То есть то, как вы будете разговаривать с ребенком там, 4-5 лет, будет сильно отличаться от вашего диалога с ребенком 7-8 лет. Да? Я уже не говорю о подростках. То есть каждому возрасту свой язык и своя тематика. Да, мы точно не будем рассказывать ребенку 8 лет про инфекции, передающиеся половым путем. Это вряд ли. Да? А вот с ребенком предподросткового возраста, возможно, уже стоит говорить о чем-то таком. Пані Наталю, ви зазначили, що вже в дитинстві можна пояснювати, враховуючи вік, хто має почати цю розмову. Чи дорогою, наприклад, із садочка додому це можна так зробити? Чи це потрібно посадити і сказати, так, дитино, ти вже доросла, слухай, я тобі зараз все з картинками, з наглядними прикладами. Як починати розмову, коли починати розмову і хто? Чи це має бути ініціатива все-таки дорослих, чи дочекатися, коли дитина зацікавиться? Ну, всі діти, ну, сильно на самом деле отличаються, да? Я б йшла за естественною любознательністю ребенка. Тобто вопроси про хто я, мальчик, девочка, почему я мальчик, почему я девочка, вот что-то такое, дети начинают интересовать где-то в возрасте 3 лет. Не, о том, что мальчик или девочка ребенок, дети понимают даже раньше. То есть такая половая идентификация происходит, ну, вот после 2 лет, да? А вот. И вот к 3 годам ребенок о себе точно знает. Ну, если нет, конечно, никаких особенностей в развитии, да, что вот он мальчик или девочка. И начинаются появляться вопросы о телесности. И потихоньку можно начинать разговор. Приводить это как партийное собрание с отчетами я точно бы не советовала. А вот быть внимательным к своему ребенку, не пропускать его интересы, это да. Да, когда ребенок идет с вами из садика, что-то вам рассказывает про Петю, Машу, кто там с кем целовались или еще что-то, да, вот как раз и приходит время задать вопрос, а ты как, а что у тебя там, что тебе интересно, да, то есть не всегда нужно нагрузить ребенка информацией, надо уметь расспросить ребенка, а что, а как, а почему, а что его волнует, да, что для него важно. Вот мне кажется, что вот искусство беседы, это отчасти то искусство, которым в современном мире погибает. Що робити, якщо дитина стала свідком, коли батьки займаються сексом? Ну, успокоїти, во-первых, да, і создати правильний контекст, да, тому що, дійсно, якщо цей ребенок маленький, да, то звуки, пози, вони можуть реально напугати. Да, це щось таке странне, да, некоторі діти переживають, ну, это как акт насилия, что, например, папа что-то делает нехорошее с мамой, ну или мама с папой, в зависимости от ситуации, да. А вот успокоить и объяснить, что то, что происходило, это потому что мы хорошо относимся друг к другу, это нам нравится, это занятие для взрослых. Да? И найти какие-то еще другие слова, которые успокоят именно вашего ребенка и, ну, не создадут у него болезненных воспоминаний о том, что вот что-то родители творят, черти что. Ну, и, знаете, в том анекдоте, эти люди запрещают нам ковыряться в носу. Продовжуючи тему, тоді, якщо дитина поскаржилася бабусі і дідусеві, як тут реагувати? Адже дорослі, ми знаємо, ну, наприклад, мені мої батьки не пояснювали, як потрібно собі себе поводити в стосунках, що таке сексуальна вихованість, грамотність і так далі, то як бути іншим батькам? Різні покоління. Да. Ну, понятно, що сейчас родителями во многом і родителями являються ті люди, у которых в детстве, скорее всего, не было программ сексуального воспитания, это еще было в эпоху малодоступности информации, у которых очень часто у самих есть какое-то смущение, какое-то недоумение по поводу этой темы.
И сложности в том, как поддерживать диалог. Для того, чтобы себя успокоить, я бы сначала рекомендовала продумать в принципе, как, на каком языке и что вы будете говорить ребенку. Ну, а бабушке и дедушке, если они очень сильно настаивают и хотят вмешаться, пояснить о том, что вы совершенно сами разберетесь в отношении между родителями и детьми, когда родители пытаются что-то детям пояснить о сексе. Маємо коментар практичного психолога Максима Білоусенка, що таке ідеальна сім'я та чи варто прагнути до ідеальних стосунків. Зараз послухаємо, потім продовжимо розмову. Я думаю, що такий ідеал є і доволі часто, але ж доволі часто цей ідеал будується людиною на досвіді, на контрасті з тим травмуючим досвідом, який був його в дитинстві. Наприклад, на дитину кричали, і дитина, потім людина на підсвідомому рівні каже: ні, в моїй сім'ї ніхто не буде кричати. Там були конфлікти, ні, ніяких конфліктів не буде. Це вона робить, щоб уникнути болі, яка була у дитинстві. Але коли дитина стає дорослою, доросліше, да, і доросла людина має створити свою сім'ю, і вона має такі очікування від партнера, що він буде відповідати ось цим очікуванням контрастним, ідеалістичним, то ніколи вона не створить щасливу родину, і це основа для нових конфліктів, доволі часто нового насильства, тому що вона часто густо буде, ну, проломлювати партнера, щоб він якось так став, ну, у відповідності до цих очікувань. Це, ну, неможливо, але це боляче для нього, для тої сторони. І тут теж платформа для нових конфліктів, нового насильства. Ось так зазначив практичний психолог Максим Білоусенко, що таке ідеальна сім'я та, власне, чи потрібно прагнути до ідеальних стосунків. У нас же в студії дитяча психологиня та психіатр Наталія Лапа. Ми говоримо про сексуальне виховання, коли і як потрібно починати і чи потрібно взагалі це робити з власними дітьми. Пані Наталю, то якщо дитина виховується не в ідеальній сім'ї, скажімо так, бачить різні, там папа пиячить або мама теж, бувають різні моменти, можливо, вони б'ють, ображають одне одного. Чи означає це, що ця дитина має більше шансів на незахищення, на те, що вона буде вести незахищене життя статеве, на те, що у неї буде чимало партнерів, що все це буде йти шкереберть, або взагалі вона скаже, що це їй не потрібно і відмовиться від сексуальної сторони життя? Ну, безусловно, знаете, такое расхожее выражение, все мы родом из детства, и наше детство во многом обуславливает нашу жизненную ситуацию в последующем. И есть дети из группы риска, то, о чем вы говорили, это дети из группы риска, у которых и выше риск психических расстройств, выше риск насильственных действий в отношении их, или же выше риск совершения ими насильственных действий. То есть, когда перед детьми нет хорошего, благополучного примера, взять модель, им, в общем-то, вот эту благополучную, неоткуда зачастую, да, бывает такое, что в жизни ребенка из неблагополучной семьи есть какой-то другой адекватный взрослый, это может быть бабушка, тетя, учитель, кто-то, кто хотя бы отчасти поможет ребенку вот эту модель свою собственную развивать. К сожалению, не так много детей в такой ситуации идут в вариант вот. Это отчасти конструктивный вариант от противного, только не так, как у родителей. Да? К сожалению, большинство неосознанно усваивают этот вариант, ну, как у родителей, потому что очень сложно выйти за пределы своего личного опыта. И девочка, которая сама, например, страдала от того, что пьяный папа бил ее и маму, да, очень часто выходит замуж за такого же мужчину. Ну, это точно так же касается мужчин, да, которые там наблюдали неадекватное взаимодействие, взаимоотношения с родителями. Да. Мальчик, который страдал от насилия, то он очень часто сам выбирает позицию насильника в такой ситуации. Вот поэтому, к сожалению, помочь этим детям можно только тогда, когда у них есть рядом заботливый, адекватный взрослый, который сможет занять, ну, хорошую, адекватную родительскую позицию. Да, это будет либо профессионал, либо просто близкий, неравнодушный человек, потому что, ну, иначе история становится достаточно грустной, и это мы наблюдаем сплошь и рядом. Неблагополучные семьи, они продуцируют неблагополучные семьи. Що робити, якщо хтось із батьків починає порівнювати себе із дитиною? Ось я в твоєму віці вже мала там багато хлопців. Або навпаки. Ти ще замолодий або замолода, угу. Які тобі стосунки? Потрібно вчитися, кар'єру угу. зробити? Ну, це така теж дуже часто зустрічаюча ситуація, коли
Родители пытаются навязать некие модели поведения, игнорируя личность ребенка. Да, потому что дети не являются нашим продолжением. Даже если от каждого родителя ребенку принадлежит по 50% генетического материала, это не значит, что это всего лишь производная генетического материала одного и второго родителя. Да? Это отдельная личность, это другой человек. Да? И задача родителя не навязать модель поведения, а позволить ребенку, помочь ребенку найти себя для того, чтобы он максимально адаптировался в этой жизни и чувствовал себя хорошо, чтобы он мог стать счастливым, успешным, чтобы он как-то справлялся с жизнью. Поэтому путь вот в сравнении, это путь обычно в неуверенность в себе, это в такую, да, это не та травматизация, которая видна и понятна сразу, да, то есть это не насилие прямое, да, но можно, в принципе, вот эти вот вещи отнести отчасти к психологическому насилию, которое не так заметно, но зачастую имеет не менее драматические последствия для жизни человека. Чи може батьки допомогти своїй дитині, якщо, наприклад, у віці 15 років вона взагалі про інтимність навіть і не думає? Ну, слушайте, а кто сказал, что в 15 лет уже обязательно думать про интимность? У 18. Но опять-таки у всех свои какие-то пределы, меры созревания. Есть сейчас такой тренд, достаточно модный. Тут, конечно, можно о нем поспорить, насколько это физиологично. Люди, которые называют себя асексуалами и которые говорят о том, что тема секса им в принципе не интересна, да? Но с другой стороны, такие люди существовали всегда. Были люди, которые честно и искренне шли в монашество, потому что, например, у них не было никаких сексуальных желаний, да, то есть человек видел свою жизнь и реализовывал себя по-другому. Есть там духовные учителя, там, например, в йоге, там еще где-то, для которых секс, не являлся такой прям совершенно важной жизненной составляющей. С точки зрения биологии, да, мы вроде бы все здесь для того, чтобы плодиться и размножаться, да. А с точки зрения социального, это выбор каждого конкретного человека. Да? И подстегивание, давай, иди заведи отношения, или давай там... Коли вже будуть діти? Да, вот. Это, в общем-то, не задача родителей. А що стосується одностатевих стосунків? Як тут пояснити дитині, що таке теж є в світі? Угу. Опять-таки, да, все зависит от возраста, да, и способности человека воспринимать информацию. Где-то в 12-13 лет можно говорить, на таком уже достаточно взрослом, реалистичном языке, да. Как правило, вопросы секса детей в 5-6 лет не интересуют, но их интересует вопрос, откуда берутся дети. Да? И вот здесь можно действительно спокойно пояснять с картинками. Есть куча прекрасных детских книжек, которые не сексуализированы. Там вот мужчина, женщина, мальчик, девочка нарисованы как-то так, что это точно не станет шоком для детской психики. Да? И какие-то простые слова и фразы, которые помогают ребенку понять и разобраться. Если говорить о механике секса, это уж точно, по-моему, не то, чем должны заниматься родители. Да? Тут это скорее личный опыт каждого. А вот создать такую обстановку, когда ребенок будет радоваться своему телу, считать себя привлекательным, это то, в чем точно родители могут ребенку помочь. Как человек, который доволен собой, в хорошем смысле, не самодовольный человек, а доволен собой, это человек, у которого очень много шансов получить удовольствие при любом телесном или сексуальном опыте. Если в семье принято обнимать друг друга, целовать друг друга, да, таким образом мы готовим тело ребенка, да, к тому, что эти же действия, когда он повзрослеет, будут приносить ему удовольствие, когда он будет обнимать, целовать других людей. Пані Наталі, то як же говорити з дитиною, щоб не вселити в неї комплекси? І хто це має робити? Мама, наприклад, з донькою, тато з сином, чи немає різниці. І якщо, наприклад, один або батько, або мати виховує дитину, і далі, якщо у дитини опікуни, і опікуни у віці, бабуся чи дідусь? Говорить, наверное, может тот родитель, с кем у ребенка наиболее доверительные отношения. Это не всегда может быть родитель своего пола, но чаще, да, так складывается, что чаще говорит на эту тему родитель своего пола. Но опять-таки семья может быть разной, да. Есть, например, только один родитель, да, ему придется на себя взять ответственность. Если люди, например, в возрасте опекуны или там, бабушки, дедушки являются опекунами, да, и если им крайне сложно, практически невозможно поговорить на эту тему, то, возможно, в их окружении есть кто-то, там, например, тетя этих детей, там, или там, учитель, или еще кто-то, кого они могли бы привлечь, если они о чем-то переживают и хотели бы, чтобы все-таки обезопасить хотя бы детей своих от каких-то проблем, которые могут возникнуть в связи с такой импульсивной
з імпульсивним сексуальним поведінням, що може бути характерно для підлітків. Ви зазначали на початку програми, що в школах за кордоном є предмет як сексуальне виховання. Угу. У Швеції є статеве виховання, у Франції, в Норвегії. У нас вчать анатомію лише в старшій школі. Ніякого сексуального виховання угу. тут не вкладається. І говорити про це чи то соромно, чи то ми просто не готові, ми чи соромимося, чи комплексуємо, чи це недовіра. Чи не запізно в старшій школі вже дітям показувати, розказувати, як побудоване тіло? Так, вони звичайно до цього віку вже і так все знають. Вот. А то, что в школе нет адекватных программ, ну, это наша большая беда и проблема. Вот. Как когда-то в Советском Союзе не было секса, такая, опять-таки, известная фраза, да, то такое впечатление, что в украинской школе по-прежнему его не существует, он отрицается, его как бы нет. Вот. А в тех странах, что вы перечислили, у них очень интересные программы, которые не просто это программа про секс, сексуальное воспитание, там очень много времени уделяется отношениям, как строить отношения, что такое дружба, что такое романтические отношения. То есть детей не приглашают сразу, давайте, ребята, посмотрим, что у кого как и что с этим делать, да, и бегом натягивать на банан презерватив. Да, этому тоже учат, как правильно надеть презерватив. Да, но там очень много времени уделяется тому, как строить отношения, как переходить к следующей фазе отношений, там, от романтических к чему-то дальше, да, а как уметь говорить слово «нет», очень важное слово. Нет, это особенно касается девочек, да, как противостоять манипуляции партнера, если ты мне не разрешишь это, я не буду с тобой встречаться, да, как уберечь себя, вот уже в современном мире важно, от шантажа, когда там, да, вступая в отношения, кто-то соглашается делать интимное фото, потом это становится предметом шантажа, то есть там очень много и комплексно говорят об отношениях, о том, что окружает отношения, не выделяют только секс, и говорят с детьми, у нас про это вообще не говорят. Так, стосунки багатогранні. Ні про отношения, ні про сексуальне воспитання. Тобто українська школа озабочена тільки одним, щоб как-то впихнути в дітей куча знань, які, скоріше всього, простять мене, пусть учителя, в житті їм вообще не понадобиться. Як тоді зробити так, щоб дитина тобі довіряла? Батькові, матері, цій людині, яка є, про яку ви неодноразово угу. зазначали. Як помітити, що час поговорити, що в дитини, можливо, щось відбулося, або до неї хтось чіплявся, або, наприклад, не дай Боже, зґвалтували, або угу. ще щось відбулося. Як все це помітити і зробити так, щоб дитина сама прийшла? Угу. Ну, вопрос доверия – это фундаментальный, безусловно, вопрос детско-родительских отношений. Ребенок будет родителям доверять, если родители будут уважать ребенка как личность. Вот с самого раннего возраста. Единственное, что я хотела бы все-таки там наголосить на тему, да, что уважать – это не значит потакать. Выполнять все капризы ребенка – это не значит уважать. Уважение – это совершенно другое. Уважение – это признание за другим фундаментального права быть иным, не таким, как ты, а таким, как он есть, да, и поддерживать в его вот этой вот разности, да, то есть давать ему возможность развивать себя, не лепить из него кого-то. Это уважение к личности другого человека. Если есть уважение в семье, то, безусловно, первым человеком, к которому придет ребенок, если у него возникнет какая-то сложность или, не дай бог, какое-то трагическое событие произойдет, будет родитель, потому что в отношениях нет страха, нет недоверия, нет боязни того, что тебя осудят, не поймут, накажут и так далее. Да? А если, ну, действительно произошло что-то, ну, реально плохое, трагическое, если речь там идет о сексуальных домогательствах или, не дай бог, действительно о сексуальном, не просто домогательстве, а об изнасиловании, да, то внимательные родители, как правило, замечают, что начинает меняться поведение ребенка. Ребенок становится каким-то нервным, возбудимым, начинает избегать прикосновений или же очень грустным, печальным. Ну, вот что-то меняется в поведении ребенка, потому что это событие не может пройти мимо человека, не травмировать его, и невозможно на следующий день улыбаться, вести себя, как ни в чем не бывало, даже для взрослого человека, который сталкивается с тяжелыми жизненными обстоятельствами. У нас залишається буквально 30 секунд. Пані Наталю, ваша порада, з чого почати? З самоосвіти, з походу до психолога або до іншого, до сексолога, можливо, з дитиною, чи з чого почати? Перед старт розмови з дитиною. Ну, да, я б ставила на самообразование.
Посмотрите, почитайте, как это делается в современном мире. Есть куча книжек, ну, из серии «Как говорить с ребенком о любви и сексе». Вот с чего-то такого я бы рекомендовала начинать. Ну що ж, друзі, не бійтеся говорити про це. Друзі, за таких тем ми можемо ще продовжувати, і тим більше діти мають рівнятися на вас. Якщо ви про це говорите, вони теж будуть говорити і вам довіряти. Не обов'язково на власному прикладі все це робити, достатньо просто говорити. Це радила дитяча психологиня і психіатр Наталія Лапа, і ми разом з нею. В студії працювали Олександр Пашненко та Юлія Сафронова. Почуємось і побачимось на Суспільному. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».